Хорошо. Мы зашли на территорию замка Цесицкого. Вот у нас будет вот такая карта. У нас будет такая карта. И мы пойдем вот по этой дорожке. Попадем в старый замок наверх, на смотровую площадку. Потом вернемся и пойдем в новый замок. Вот старый? Да, старый разрушенный, а вот новый целенький. Угу. Как красиво, Алина, это акварелью нарисовано. Да, это все красками? Да. Я попробую повторить. А теперь нам надо наклеить на одежду наши билетики. Да. Вы одежду еще? Да. Так, одна готова. Вторая готова. У тебя на шорты. Третий готов. Все, мы с билетами. Что тут написано? Это написано Цесу Пилс. Цессийский замок. Все, идем. Едем, мы закончим это видео. Вот, смотри, уже видно разрушенный замок. Вот. Смотрите, какой он величественный был, уже разрушается. Вот тут даже какая-то разрушенная башня, наверное, была, вон виднеется. Ну, мы идем дальше. Вот тут, наверное, какие-то конюшни были. За 3 года жизни в Латвии мы первый раз в Цесийском замке. Ой, вот та церковь, вот к тем воротам мы подходили. Здесь работает, но сейчас закрыта, древняя мастерская по драгоценностям. Кто-то смотрит на Цесис с высоты. Вот это, кстати, новый замок. Мы в него пойдем потом. Ров. Это, Алина, ров, в котором, возможно, была вода, а потом осушили. А, возможно, воды не было, а он просто такой глубокий, чтобы еще выше башня казалась. Вон там тоже башня разрушенная. Вот он, Цесийский замок старый, ров, а это новый замок, в него мы пойдем потом. Вот территория и церковь, которая была на территории замка, но на внешней его территории, между первыми стенами и вторыми. А вот такой миниатюрный памятничек металлический старому замку. Вот так вот он выглядел, пока не разрушился. И, наверное, был реально красивым и внутри, и снаружи. Цесу Пилс, Конвента Даля, 1550 год. Да, да, в башне, мне уже сказали. Угу. Вот карта территории. Ой, смотри, видишь? Вот как оно выглядело. А вот там. Вот это же он и есть. Просто он тут, видишь, какой красивый был. Вот мы прошли вот это место. Тут были какие-то конюшни. Вот конюшни. Видишь, территория разделялась. Тут нельзя было попасть, ров. Тут был такой дворик, в него, наверное, можно было попасть только через 3 стены. А вот этот ров. Видишь, тут не было вроде бы речки никакой. А мост, вот смотри, вот это был мост, Алина. А мы думали, что вот это. Не-не, вот это вот оно. По идее. По идее. Много чего нету, поэтому
Сложно сравнить. Нет, вот, по идее, там, где мост построили, вот оно, видишь, каменное было. Каменный такой переходик, вот он. Impressive bridge was built to cross the moat. Остатки самой величественной цитадели Ливонии. Вот этого мостика не было, вместо этого был переход по каменному такому мосту, который еще и крытый был сверху. И только так можно было попасть туда. Со всех остальных сторон это были неприступные стены. Пойдемте по мостику. Сейчас пойдем, посмотрим только что тут. Вот этот был мост, каменный, крытый. Вот здесь какая-то лачушка перед ним. Тут тоже была какая-то пристроечка небольшая, она была внизу. И вот еще одна башня. Да, самое разрушенное, он ее восстанавливает, чтобы она не разрушилась дальше. А вот этими снарядами либо атаковали цитадель, либо ими оборонялись. Кто как думает, наверное, атаковали. Да, вон какие-то люди. Непонятно, на литовцев похоже или на польских ханов. Может, это Речь Посполитая их атаковала? А, нет, это русские. Это вот, Иван Грозный. Иван Грозный. Это 577 год. Даже надо, пришли, атаковали. Вот такими пушками здоровыми и мортирами. Вот, Алина, пушка, которая очень большая, мортира. А тут был такой царский маленький огородик. Здесь выращивали еду. Правда, как таким маленьким огородиком можно было прокормить огромное количество людей, которые населяли этот замок, непонятно. Алина, я огородик нашел. И печь тут вот. Да, какие-то камушки, каменная дорожка. Интересно, печь открывается? Рядно. Вот, какие тут овощи выращивали. Зелень в основном. Лук, укроп, петрушка. Там маленький снаряд. Морковь. И свекла. Алина, что тут нарисовано? Тут нарисована мама с малышом. Типа не рвать маму с малышом. Да, не отрывать второго родителя от малыша. Вот такой средневековый садик. Огородик. Внешние стены замка. И маленькие, наверное, внутренние. И здесь у нас осадные орудия. А, и строительные. Тут и строительные есть орудия. Вот показывали, с помощью чего они строили. Устройство по поднятию камней на высоту. Ну, ладно. Осадное орудие, это, наверное, вон там дальше.
А вот это у нас средневековые алино-развлечения такие были. Мы к территории подошли. Вон они в прятки играли, на ходули ходили. Вон перетягиванием занимались, качели, колеса катали. Они сидели в телефонах и планшетах. Да, вот такие тут были развлечения. Ну, сейчас тут, правда, закрыто. Вон есть качели такие средневековые. Вон, тут можно было, наверное, побросать копья. На лошадках посидеть, покататься. Вот интересно, как лошадки? Там ремни, это я вижу. Ну, вот они чуть-чуть туда-сюда наклоняются, там механизм такой. А, ты даже вот типа как... Ну, готовили в будущем. Вот там ходули. Ну, может, вот и там стоят. Да, ходули... Не, ходули тут может и не быть, потому что сейчас это опасно. А раньше этим не заморачивались. Так, идем по мосту. Рядом вот был старый мост. И если вот есть просто опоры, то вот есть опоры, в которых, походу, был подвальчик какой-то. Точно, вот остатки, наверное, винтовой лестницы. Да, и остатки обычной лестницы. Ха. Смотрите, вот остатки винтовой лестницы. То есть тут спускались в подвал какой-то это был или вот жилая комната. Это вот, полукругом. А-а-а. А там вон видно окно с той стороны было. А вот обычная лестница спускалась. То есть тут такой себе еще и домик был. Ну и сам замок уже ближе. Видно много реставраций. Тут тоже, видимо, были какие-то замковые комнаты. Вот оборонная цитадель. К ней, наверное, можно было и по этой стене перейти. Вот тут были домики. Старый-старый кирпич. Внутренний дворик.